хочу поделиться с вами очень простым, но при этом довольно удачным вариантом, как приготовить домашнюю курицу тушеную со специями. Мясо получается удивительно нежным и тает во рту. 1. Первым делом нужно вымыть и обсушить птицу. 2. В небольшой мисочке смешайте соль и все специи, которые вам по душе. Рекомендую обязательно использовать в рецепт приготовления домашней курицы тушеный перец, а также по желанию молотый чеснок, лук, паприку, кориандр, базилик и орегано, петрушку. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подписывайтесь и ставьте лайки. А теперь ингредиенты. Курица 1 штука. Растительное масло 2 столовые ложки. Соль по вкусу. Специи по вкусу. Количество порций 6. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.